стоматологической поликлинике установили новое оборудование. Установку премиум-класса разместили в хирургическом кабинете. Она предназначена для хирургического, терапевтического и ортопедического приемов. Эргономики, сидеть удобно, безопасно, самое главное, гигиена на высоком уровне здесь. Система аспирации тут предусмотрена такая, чтобы не было ВБЕ. Вот. Потому что само лечение предусматривает всегда качество. Чтобы качество было, это одна из составляющих является само оборудование. Стоимость новой установки около 3 миллионов рублей. Оборудование приобрели за счет средств окружного фонда обязательного медицинского страхования.